Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Внимание! Акция в ювелирных магазинах «Аметист». Впервые только 3 дня 15, 16, 17 ноября. Скидка 50% на украшения из серебра. Огромный ассортимент, отличное качество. Скидка 50%. Ювелирный магазин «Аметист», Печорский проспект 53 и улица Советская 27. Вы ждали «Черную пятницу»? Напрасно! В магазине «Горизонт» 10 «Черных пятниц». В отделах «Трикотаж» и «Хозтовары» скидка 33% на покупку трех товаров на сумму от 3000 рублей. Торопитесь! Акция действует только с 8 по 17 ноября. Вас ждут по адресу улица Гагарина, 16. Внимание! Спешите только с 16 по 30 ноября. С 10 до 19 часов грандиозная ликвидация шуб от ведущих фабрик России. Новая коллекция 2019-2020 года. Более 500 шуб. Выгода до 60 тысяч рублей. Беспроцентная рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. Без первого взноса. Нужен только паспорт. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую». Вас ждут по адресу улица Советская, 36, торговый центр «Радуга». И это была вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. 16 ноября снова в Печоре травматолог-ортопед из Сыктывкара. Обращайтесь при боли в спине и суставах, сколиозе или плоскостопии, травмах. Врач принимает взрослых и детей с 3 лет. Проводит внутрисуставные инъекции, УЗИ суставов, подбор ортопедических изделий. Запись по телефону 30350. По данным синоптиков, завтра, 15 ноября, в Печоре ожидается облачная погода, ночью снег, днем снег с дождем, метель, гололед. Ветер юго-восточно-южный 8-15 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 10-12 градусов, а завтра днем минус 1, минус 3. Уважаемые телезрители, не забывайте, что «Объединение Волна» – это еще и еженедельник. Наша газета выходит каждый четверг, и мы вместе с вами уже 20 лет. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Лисицкая. Всего вам доброго. До свидания.